Что хочу сказать? Мы приехали куда? Мелко. Я спала по дороге, поэтому я... Да, я не спал, я не сплю в автобусе. Сейчас что делаем? Ищем, где поесть. И в 2 часа у нас заселение в нашу квартиру. Пока что с рюкзаками тусуемся. Вот, смотрите. Забыл сказать, это что мы делали. Во-первых, мы вчера прилетели в Ригу, да, и было как-то очень холодно, вот, прям сильно холодно. Вот здесь прям классно, тепло, солнце светит, здание вокзала просто огонь. Вот памятник помидору или перцу, я не знаю, или яблочко. Наверное, это помидор. В общем, ходим по маленьким уже близко к центральным улочкам. Итак, теперь мы уже не такие уставшие, не такие офигевшие с дороги. Милан. Вторник. Сейчас будем искать офис компании Vodafone. Вот, собственно, вот так. Погода прям суперская. Сейчас заскочим в Vodafone, купим симку и поедем в центр, на дома. Главное найти какую-нибудь желатерию. Ну и все. На сегодня хватит. Короче, фишка такая, то, что по всей Италии вода, которая вот из-под кранов, ее можно пить. Не обязательно покупать по 2 евро воду. Нам тут кайф какой-нибудь холодненький, Сан-Пеллегрино. Ну, это как бы... Вот там точно питьевая. Вот в этом фонтанчике. Так, задача 1 и задача 2 выполнена. Купили интернета себе от компании Vodafone. 5 гигов за 10 евро. Вот, но вместе с симкой стоит... Короче, 30 евро, при этом на счету 25 евро, из них снимается 12 евро. Короче, хитрый замут. В следующем месяце мы опять там в Европу выезжаем, там снимется еще, короче, 12 евро. Как раз получается нам на 2 месяца. Дальше не знаю, что с ней делать, то ли оставить, то ли надо ее взять и просто демонтировать. Вот идем прямо по... центральным кварталом старого Милана. Такая вот архитектура здесь. Идем к собору Дуомо. Уже почти подошли. Вот, были тут днем, было очень жарко. И снимать вообще было не кайф, уже было. Да, просто уставшие были. Вот, сейчас самый кайф. В закатных лучах поснимать все это. Вот так выглядит. Щек. Вот такая вот махина с рекламкой. Как же без рекламки-то? Вот смотрите, солнце зашло почти. Спряталась вот за тем зданием, и можно посмотреть на центральную площадь, на которой как раз и находится этот собор. Вот, вот он и собор. Ребят, смотрите, задница коня, а вот он как раз и собор, а вот задница коня, а вот собор, а вот галерея, где все самые крутые бренды представлены. Все крупные бренды, они представлены в этой галерее. Часть у нас нету, часть как бы очень известная. Вон он, Louis Vuitton, еще раз Prada,
А вот здесь вот есть такой фреска такая. Вот на ней бык и у быка яички. Вообще вот как-то вот так вот берешь, так раз, наступаешь ногой в яичко и начинаешь крутиться. Все, счастье будет обязательно. Пока гуляем, смотрим, расскажу про наш вообще маршрут, как мы двигались и как мы попали сюда в Милан. Короче, это жесткая серия пересадок просто огромная. Из Ростова мы приехали на автобусе до Москвы. В Москве лоукостером Air Baltic мы полетели в Ригу. В Риге у нас была пересадка 14 часов, ну а потому что рейс задержали, короче, мы приехали поздно в Ригу, не успели нормально погулять, ничего не успел я заснять, потому что было уже темно. Вот, а мы были уставшие. Потом в 7.30 утра, ну в 7.40 можно даже сказать, в 7.40, вот мы, вернее сказать, вылетели в Милан. Ну вот, соответственно, с сегодняшнего дня мы ходим по Милану. Завтра у нас с раннего утра фликс-пас в Венецию. Вот как-то так. И вот Wi-Fi area, то есть, соответственно, можно, если есть итальянский номер, можно зарегистрироваться, получить на него код, короче, и пользоваться Wi-Fi. Только нахера тогда он сдался? Вот такой вот вопрос. Я сегодня пытался привязать к мобильной карте, он проработал 5 минут и отрубился. Можно брать велики на прокат. Или, ну вот это не на прокат, это чей-то, но везде есть парковки. И огромное количество мотоциклов. Просто гигантское количество мотоциклов. Было бы у нас еще один день, мы, наверное, бы взяли бы в аренду и покатались.